Всем здорово, всем привет. В общем-то, очередная мотораспаковка. Хотя приспособление, в общем-то, и для машин можно активно использовать. А, значит, вот такая вот чудная штукенция пришла. Что там внутри? Там внутри будем распаковывать, сейчас узнаем. Ставим опять сюда нашу чудную телефону. Так, и вот тут еще что-то. Ну вот. Вот такая. Визуально похожа на обычное реле. Вот такая вот штука пришла. Визуально похожа на обычное реле. Функция реле она, конечно, тоже выполняет, но основная ее функция – это GPS-трекер. А, то есть всегда можно отследить, где находится ваша техника, мотоцикл там или машина. А, вот, про ее установку я сниму еще дополнительный видосик, покажу, как ее ставить, как ее настраивать, и сделаем это отдельно. Стоит она не так дорого, безопасность вашей техники, мне кажется, стоит намного дороже. Вот, ссылка внизу будет под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Внизу в комментах пишите, как вы обезопасиваете свою технику. До скорых встреч. Пока-пока.